ададанам стринам дантеридам яче пунаха пунаха симадру пападам буяддхули свам жанма жанмани. Ой диндардната и матурана кадавалакаши хидеям тадлук катрам дайто брамартиям. Сила бхакти сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told that those who can feel this loka, I mean, Ой Диндардната Матхуранат Кадавалака Шихидам Тадрук Катрам Дайта Брахмати Ким Карами Ахам. Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told to serve those Брайвасис, they are feeling strong separation from Кришна. Матхур бираха брайваси ганер шева каратай, амаде живанер уддешо. What is the target of our life? И какова же цель нашей жизни? В предыдущий день я сказал. We want to be a dust particle unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami Pada. And today I am speaking, Prabhupada told о том, что Шрила Прабхупада сказал, что служить тем Vrajavasis, Vrajavasis, those who are feeling strong separation тем вражеваси, которые чувствуют сильное чувство разлуки с Кришной, служить их лотосным стопам. Служить им – это наша наивысшая цель. Сила Мадхавендра Пурипад – это пилар, фундамент. Это он подобен колонне, подобен основанию Гауди Сампрадая. Or I would say more precisely, Мадхва Гаудия Сампрадая. Сила Мадхавендра Пурипад – это пилар, I mean foundation of Мадхва Гаудия Сампрадая. Основание Мадхва Гауди Сампрадая. Now question is that many times we heard from Guru Bhargava. Вопрос в том, что от Гуру Бхаргавы много раз слышали. Those who are following Sri Chaitanya Mahaprabhu, те, кто следует Sri Chaitanya Mahaprabhu, they can get Krishna completely. Что они могут полностью. Now when Мадхавендра Пурипад и тогда, когда appeared here, Мадхавендра Пурипад, and somebody can put question. Кто-то может спросить. He was not doing bhajan of Chaitanya Mahaprabhu. О том, что почему он не совершал bhajan Sri Chaitanya Mahaprabhu, но как actually, можно такой вывод сделать? Our Krishna bhajan is under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку у нас Krishna bhajan, на самом we деле, Gauriya, у нас Krishna bhajan, мы совершаем его под руководством Sri Chaitanya Mahaprabhu. Under the guidance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Божественное чтение под руководством Sri Chaitanya Mahaprabhu, но for Madhavendra Puripada, we don't see there is Chaitanya Mahaprabhu. He is not serving Chaitanya Mahaprabhu. But Guru Varga, they speaking that you see, Chaitanya Mahaprabhu's incarnation was there inside his heart. Before Chaitanya Mahaprabhu coming, он явился в его сердце, golden complexion. В своей золотой форме он явился в его сердце. Он уже был в сердце Мадхавендра Пурипады, но никто не мог осознать это. Actually, when any VVIP person, если, например, какой-то важный человек, then you can find there is some security force. You can see some security force. They are going fast. Они перед ними идут. VVIP person and minister is going. Важно, шишка идет. Then after that also some squad. За ним еще какие-то, как охрана идет. This way, before Chaitanya Mahaprabhu's advent, actually, Madhavendra Puripad, до прихода Шри Чайтанья Махапрабху, Мадхавендра Пурипад, Ишва Пурипад, Адвайта Гасай. All you can see, they appeared before. Они все явились перед явлением Махапрабху, give a green signal for чтобы us. Дать нам зеленый сигнал. After that, when Chaitanya Mahaprabhu gone, вот, когда Шри Чайтанья Махапрабху ушел, see Narottam Thakur, Srinivasa ji, they all тогда мы увидели, что Нарутам Тхакур, Шринивасачарьи, они
явились в этом мире после его явления. Кто-то спрашивает, как можно сказать, что Наротам Тхакур, он спутник Чайтанья Махапрабху, поскольку он явился в этом мире после того, как Махапрабху ушел. И вот Чайтанья Махапрабху задает такой вопрос, кто такой Папаршат, то есть тот такой спутник настоящий Махапрабху, то есть это тот, те, кто может в практической форме исполнить желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, и они на самом деле являются спутниками Махапрабху. Going to implement то есть те, кто исполняет желание сердца Шрилы Прабхупады, они настоящие спутники Шрилы Прабхупады. Неправильно считать, что те, кто жили во времена Шрилы Прабхупады, получили дикшу Харинаму у него, то есть они все спутники Шрилы Прабхупады. Это не так. Настоящие спутники – это только те, кто посвятил свою жизнь исполнению желания сердца Шрилы Чайтанья Махапрабху и Шрилы Прабхупады. И вот в этом контексте мы можем с уверенностью сказать, что они все спутники Шри Чайтанья Махапрабху, хотя кто-то явился до Махапрабху, кто-то после, но так или иначе, они все Паршады Шримана Махапрабху. И вот Мадхавендра Пурипад говорит, что здесь вы чувствуете эту шлоку, те, кто стремится к Рагануга, к Рупануга Бхакти. Шрила Прабхупад говорит, что они должны чувствовать эту шлоку. They must feel this shloka from heart. They can cry. Всем своим сердцем должны чувствовать эту шлоку. Мадхавендра Пурипад, когда он произносит эту шлоку, он плачет. И в комментарии говорится, на самом деле эта шлока она была произнесена Радхарани изначально. Мадхавендра Пурипад произнес во время, когда он оставлял свое тело. Эта шлока была произнесена Радхарани, и по милости Радхарани она явилась на его устах. Now, what do you mean by Aidindyardhanath mean? Is a lamentation. I mean, they are crying Radharani. Слова этой шлоки выражают чувство, острую боль разлуки с Кришной, поскольку Кришна уехал в Матхуру. Хотя, согласно Сиддханте, Кришна, он всегда находится там. Невозможно найти никакой период времени, когда Кришны нет во Вриндаване. Кришна всегда находится там. Нандананан Кришна, что это значит? Он находится там, во Вриндаване, но внешне we see Krishna gone to Mathura. Мы иногда видим, что Кришна в Матхуру уезжает. Krishna now gone to Mathura. Then those are Bhajavasis, especially those Bhajavasis, особенно те гопи, они плачут день и ночь, они не могут жить без Кришны, они хотят оставить свое тело, но не могут, поскольку надеются, что Кришна вернется в тот или иной день. So с этой великой надеждой они живут. Actually, и на самом деле in Chaitanya Chaitamrita is reading, в Чайтанья Чайтамрите описывается, kind of separation appear inside heart, что если это чувство разлуки явится в вашем сердце, то уже невозможно жить they дальше, like но так again. Или иначе они живут дальше. А почему? Поскольку они надеются увидеть Кришну снова. Надеются, что он сегодня или завтра придет. И вот с этой надеждой они живут, иначе невозможно. И вот в этой шлоке описывается то, что Кришна уехал в Матхуру, и все гопи чувствуют величайшую разлуку. Они плачут, что ты Матхуранат, мы недостойны, мы не образованы, мы не достойны совершать служение тебе, и поэтому ты оставил нас. И вот сейчас те в Матхуре тоже есть какие-то гопи, они более продвинутые, более образованные, более достойные, они могут служить тебе особым образом. This is one kind of love, expression of и love. Вот так, иначе, now you are чувства, Mathurana. Это чувство любви, они Krishna выражают его таким образом. Хотя Кришна, на самом деле, он никогда не был Мадхуранатхам, он Враджендранатхам. Но из-за своей любви, то есть любовь, она подобна зигзагу, подобна змее. Ахи рибо готихи премана сабхаво кутило бхавет.
If this kind of love appears inside your heart, если это чувство любви явится в вашем сердце, вы не можете понять, что на самом деле творится в вашем сердце. Вы можете сойти с ума, вы можете не понять, что случается с вами. So this way, Madhavendra Prabhupada, вот таким образом Мадхавендра Прабхупада, он показал эту шлоку, произнесенную Радхарани, и вот она явилась на его устах, он плакал, и вот произносил эту шлоку. Ты, Мадхуранат, ты ушел от нас. Когда же опять, когда мы сможем увидеть твои лотосные стопы, можешь ли ты дать нам путь к тому, как опять получить вот твой даршан? Мы не можем понять, как нам жить дальше с этим чувством. Невозможно жить для нас дальше, но мы так или иначе живем, надеясь на встречу с тобой. To see your lotus feet, we are just, crying day and night. И вот видя твои лотосные стопы, не видя твои лотосные стопы, мы плачем день и ночь. И когда же ты опять явишь себя нам? И вот такой, таков наш главный вопрос. Actually, jo Sri Chaitanya Mahaprabhu, на самом деле, хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Кришнам банде жагат гурум, we know Кришнам банде жагат гурум. We say Krishna Mande Jagat Guru. Krishna is a Jagat Guru. Krishna is a Jagat Guru. And to speak frankly, we see from Krishna the this mantra coming. Krishna first initiate Brahma. И на самом деле можно видеть, что из Кришны изначально эта мантра исходит. То есть сначала Кришна дал посвящение Брахме. Gave to Brahma. И какую же мантру дал ему? Kam Gayatri Kam Bij. Кам Гаятри Кам Бидж мантру он дал ему. So Brahma got this mantra. Jija Samskar first, reformation, after this mantra. After that, Sri Bhagavata is saying, эту мантру получил, потом Krishna showing himself, Krishna. You see, javanam yatha bhava yad rupa gunna karmakha, tathaiva vijnanam astu te madano grahat. You take this knowledge. Nobody can give you. Потом Krishna даровал ему это знание. You cannot get this kind of knowledge. So I am giving you. Ты не можешь нигде получить это знание. Я дарую тебе его и возьму. И вот Брахма получил это божественное знание от Кришны. И по парампаре, если мы посчитаем, увидим, что через парампару, наставническую преемственность, мы получаем эту мантру. So somebody fighting that Brahma, кто-то спорит, что Брахма cannot understand this rasa tattva. Он не может понять раса тату. He cannot understand this rasa tattva. His bhajan is totally separate. Его бхаджан, он somebody отличный от Мадхва Гаурия, Мадхва Сампрадая, что Мадхва Гаурия Сампрадая, они поклоняются Бхагапалу. But Prabhupada giving statement that о том, что those who are there in Мадхва Пит, there, что те, кто they actually doing bhajan of Kishore Krishna, adoration Krishna. But they and gradually they miss this line. Кишора Кришна, то есть Кришна, который находится в юношеском возрасте, то есть много сиддханты, много споров на эту тему. Tomar sampradaya. И когда Махапрабху отправился туда, Chaitanya Mahaprabhu speaking in your sampradaya, I am not looking any proper thing. Why you are cheating me? Maybe I am sannyasi, mayavadi, so you are cheating me, not speaking the actual siddhanta in what is there in Madhva Gauri Sampradaya. Somebody is speaking, Madhva Gauri Sampradaya is itself, it is this kind of siddhanta. But not like that. When Madhvacharya was there, Rasa Tattva was there. Because Madhvacharya был там, то Rasa Tattva она присутствовала. Then how is that possible they missed this line? Но как получилось, что они утратили это? То есть это anyway, непонятно, как они это утратили, Расататву в своей сампраде. Но так или иначе, через Мадхавендра Прабхупада мы получаем эту линию. Получаем знание от Мадхавендра Прабхупада. И Шри Чайтанья Махапрабху, его желание, что поток чистой преданности должен проходить через преданных. И Махапрабху не хотел
являть лилу гуру. Но так иначе мы видим, что Махапрабху он хотел принять гуру, как Кришна Рамачандра, он тоже принял прибежище у Аштавакры Муни, чтобы получить знания. Кришна Вагури Муни. И Кришна, он тоже принял гуру. Еще Чайтанья Махапрабху от Ишвар Пурипада, он тоже получил посвящение. И так или иначе, вопрос в том, что Шрила Бхакти Тхакур, он дает такой превосходный пример. You can never come out successful. Что-то делать, что-то пытаться делать, чтобы получить Рупануга и Рагануга Баджан. You cannot come out successful in infinite period of time. You cannot come out период времени вы не станете успешными в получении этого Рупануга и Рагануга Баджана. И что же делать? Шрила Бхактивинода Тхакур speaking, those who are getting this kind of love, I mean this kind of чувство любви, чувство бесконечной любви к Кришне, Рагануга Баджане. Если вы найдете того святого, который имеет это чувство, пытайтесь купить его, и какова же цена? Иначе он может куда-то уйти, не встретите больше никогда его. Ну как, подобно тому, как тут Майавади Саньяси, он видел, когда какой-то вайшнав с величайшим чувством экстаза, он воспевал святые имена Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанды, вот он повторял Панчатату мантру, играл на картала, плакал от преполняющего чувства. И вот этот Майавади видел, когда он проходил мимо, он знал все шастры, согласно своему уровню сидданты, он был, он хотя бы Майавади, но так или иначе он чувствовал, что он находится в неком величайшем состоянии, он полон божественной любви к Кришне, и это должно быть наивысшей целью жизни, но в нашей сампрадае мы Майавади поддерживаемся, к сожалению. Ну, вот так или иначе он решил встретиться с этим саньяси садом, с Парамахамсой. Потом он подумал, что у меня какое-то положение, у меня десятки тысяч учеников, что бы мне подумал, я не должен идти. Если я пойду, кто-то посмотрит, подумает, что это не то. Поэтому я не должен идти. Но потом подумал, нет, все-таки нужно идти. И вот пока он думал, нужно ли встречаться с этим самым или нет. И вот пока он думал, но потом решил, что, несомненно, я должен пойти встретиться с ним. Но пока он додумал дойти, то сад уже куда-то ушел, поскольку Варанаси такие маленькие улочки с бесконечными поворотами. И этот Парамахамса Бабаджи Махарадж куда-то ушел, уже все, не найти его. Вот он начал сокрушаться, что я очень поздно надумал. Но так или иначе, даршана павитакура и томаргун, согласно этой шлоке, он получил даршан этого вайшнава. И он не только получил его даршан, а также услышал мантру, которую он повторял. И это трансцендентный звук. Если один частичка трансцендентного звука она войдет в ваши уши, если Гуру Вайшнав говорит, что если Шудда Гуру Вайшнав, они big Vaishnav, if they are speaking one single word, если они произнесут единственное слово, you can sell the whole universe to pay him. Продать всю вселенную, чтобы отплатить за это трансцендентное слово, но этого будет недостаточно, но бесценно. Поскольку через единственное слово он дает вам осознание. He is giving direct realization inside your heart. So you cannot pay him.
То есть он дает вам to balance that he is giving нечто, нечто то есть мантра, она бесценна. Но чем вы можете оплатить? В Писании говорите, что вы можете продать всю материальную вселенную, чтобы отплатить ему за эту мантру, но этого будет мало, поскольку через единственное слово Рама, Кришна, Кришна Чайтанна, какая-то великая душа, великий Вайшнав, он произнес это имена Шри Кришна Чайтанья, то есть и вы услышали, вы не можете отплатить ему, поскольку они бесценны. И вот так или иначе, этот Майавади, он, когда это Майавади, он услышал этот трансцендентный звук, он услышал эту Махаманту, Панчататту мантру. Смотрите, Панчататту это и есть Рада Говинда, они не отличны от нее. И вот тогда он начал думать, что я должен, несомненно, отправиться в Новодвипу. То есть этот звук вошел в его уши. Радхарани fast when shock, когда первый раз услышала имя Кришны, это был лила такова. I was discussing the point, Sakya Paroki. I can come to this point after, not now. Actually, Radharani, when heard the name of Krishna, Radharani услышала имя Кришны, когда они начала плакать. Very small age, Radharani. В очень малом возрасте. Radharani is Vidyapati. They are so nice strong there. Shyam naam keva sunailo re, kaner bhitore. Who is speaking Shyam Naam? Кто произнес имя Шьяма? Who is so merciful to let me hear this Shyam Naam? Кто позволил мне услышать это имя? Here it is going to into my heart and giving some, making some reaction. Имя вошло в мою душу, потом прошло к моему сердцу и изменило его. Я чувствую какую-то реакцию, что-то происходит с моим сердцем. I don't know what is the magic spell is there. Я не знаю, что за чудеса. I don't know what is the magic spell is there. Вы говорите, этот Кришна нам. Имя Кришны, имя Шьяма. Who is so merciful? Кто настолько милостив? Чайтанья Махапрабху, он тоже говорит то же самое. Where? In Пури. When Raja, when King. When king, и когда царь Потапа Рудру, coming, он пришел. Таба катамритам тапта дживанам кавивириритам калмасапахам саванамангалам симадататам бубинантите буридаяна. Чайтанья Махапрабху, who you speaking this? Кто произнес эту шлоку? Giving so much treasure to me, I have nothing to pay you. I'm sannyasi, nothing. Я не могу отплатить за эту шлоку. У меня ничего нету. Дай хотя бы обниму тебя. More kichu dite nahi dilu alingon. I have nothing to pay you, so I'm going to embrace you. This much I have. So you see the valuation of transcendental sound. То есть, смотрите, какое значение имеет трансцендентный звук. Это Панчататва мантра, она не просто не отлична от Рада Говинды, она даже больше, чем Рада Говинды. Young Eva Radhika Krishna Saiva Gaura Vigra. Jaccha Vrindavanam Devi Navadipancha Tatsubham. Shankar Bhagavan. И вот Шанкар Бхагаван, Джагат Гуру, он перед Деви произносит эту мантру. О Деви. И вот Бхавани, она же Деви, спрашивает, кто такой Гуру? И что такое Навадипа? Ты повторяешь их постоянно имена. И вот смотри, что Рада Кришна, они объединились, и они явились в форме Гоуры. Джангева Радхика Кришна,
So eva gaurupika. Jacha Vrindavanam Devi, and you know Vrindavan? Yes, I know Vrindavan. Ты знаешь Вриндаван, да, знаю. И вот он явился как Навадипа. Это Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. That's why и поэтому Махадев, Шанкар, came in dream он явился with Bhaktivinoda Thakur. When Bhaktivinoda Thakur was there, во сне, когда been there for some special seva был там, in Таркеша. По работе. Таракешвари. Таракешвари на самом деле это Садашива. Хотя материалисты туда едут, но предложить какие-то подношения этому Шиве. Но на самом деле Садашива. Адвайта Госа. Гупешвар тоже. Он не просто Шива, а Садашива. И вот Бхактивинода Тхакур принял решение, что я хочу уйти на пенсию, чтобы отправиться во Вриндаван и совершать намбаджан. И Шанкар Бхагаван, он пришел и спрашивает, почему ты решил отправиться во Вриндаван, поскольку здесь Навадвип, это скрытый Вриндаван, ты должен служить Навадвип Даме, зачем столько проблем ехать во Вриндаван, поскольку здесь ты можешь получить больше. И вот Прабхананда Сарасвати Пат говорит, что это больше, чем Вриндаван, поскольку Гурудама, она милостлива. Будьте очень осторожны. Дама-сева, наивысшая сева, наивысшее служение. Через дам-сева можно обрести все. Даже если у вас нет никакого служения, просто пойдите под с веником, подметите эту божественную землю. Я могу, в Вриндаване много саду, они занимаются только тем, что просто подметают и получают Кришну прему. Вы не можете понять. I can give this example, вы можете, most important. Я могу привести этот Ашотама пример, когда Ашодхама убил. Детей Панчапандавов. Пять детей он убил. Панчапандавов. Ашотаму. Так много грехов у него было, много оскорблений, аппарат, и так или иначе. Он получил тело Пишаджи. Если Ашотама within даже Ашотама, куда приходил, там за 3 километра был дурной запах. Он в этой жизни получил тело пишача. И воняло от него за 3 километра из-за своих оскорблений. У него даже не было никакого места, чтобы жить, и так или иначе. Какой-то риши дал ему идею, что Кришна никогда не может простить тебя, но смотри, ты можешь получить прощение. Как? Ты можешь отправиться в Даму, в святое место, и совершать Дама-севу. Даму-севу, через эту Даму-севу ты можешь искупить свои оскорбления. И до сегодняшнего дня Ашвадхама там, рядом с Нандаграмом. Пишайгау. Near Nandagram. Есть деревня. Still Ашотама is there. You cannot see. Ашотама там находится. Хотя деревню взглядом его не видно. Он совершает там служение дамы. Praying. Он молится. Поскольку что Кришна не может сделать, то дама может сделать. Dham is non different from Krishna. Дама не отлична от Кришны. But still Dham is Baladevtatva. Это Баладевтатва. So more and more merciful. Но более, более милостиво. Дурджодан is so, you know, dangerous personality. Дурьодхан очень. He is the incarnation of Kali. Still Баладжи Махараджи. Воплощение Кали, но Баладев он благословил его все равно. You cannot, magic spell, это подобно магической магии, смотрите. Through Dham Seva you cannot, you can get Dhamma Seva вы можете получить то, что Кришна не может дать вам. Дама может дать, это очень просто. Very, very secret question. Это такое секретное сиддханта. Вопрос в том, что Шрила Бхактивинода Тхакур got instruction from Mahadev, получил Shankar, наставление от Махадева Шанкара, что не нужно отправляться во Вриндаван,
находись здесь и служи Навадипе. Now point is that that Bhaktivinoda Thakur, after that, through Bhaktisiddhanta Saraswati, making the system of Dham Parikrama, Varnashram, Dharma, is all instructions given by Bhaktivinoda Thakur, to Seva, delegation of authority. Bhaktivinoda Thakur giving in order. You must do this Seva, Dham Parikrama. So through this Dham Parikrama, all bonded souls can get parikrama. Excellent Kripa. И через эту Dham Parikrama все обусловленные души они могут получить высочайшую милость. И Варнашрам Дхарма она тоже очень важна. Вы должны, ну, следовать Варнашрам Дхарме. Она, это не просто Варнашрам Дхарма, а Диви Варнашрам Дхарма. Варна Майя систем Гуно Карма Вибхагаса. Кришна Рани. But now Дойва Варнашрам. It's most important. I can discuss some. Но сейчас Диви Варнашрама гораздо более важна, чем просто Варнашрам. Но я попозже обсужу ее в другой день. Those who are having this kind вот, of strong separation так, love, I mean, Bipralamba Baba, вот, you must try говоря, to buy them. Что те, у кого есть это сильнейшее чувство разлуки, Бипралама Баба, вы должны пытаться купить его, и как его купить, за что? Кришна Бхакти Расо Бхавита Мати Криятам Яди Куто Апилабхат. If somewhere you see this kind of elevated soul is full of love, возвышенная душа с этим высочайшим чувством Бипраламбе, вы не откладывайте на потом, идите к нему. Не откладывайте. Таткал тикет. If you do one second late, gone. Подобно тому, как билеты на индийские железные дороги, таткал. If you do one second late, gone. Две минуты, чтобы купить, если не успеете, то все. So big problem. И вот так проблема. If you find this kind of, и вот если как-то увидите этого великого святого, вы должны пытаться купить его своим, своей чистой любовью. Желание. Если у вас есть сильные желания в вашем сердце, они чувствуют, если вы хотите обмануть его, то саду это чувствует. Я говорил эту шлоку. I mean, 15 days before, I think. Nice shloka. They can feel. If you are cheating them, they can feel. Somebody coming to Gorkhisadas Babaji Maharaj. Gorkhisadas Babaji Maharaj doing bhajan. Why you are coming to me? I have nothing. Oh, Maharaj, I am coming to you to learn Rupanuga Bhajan, Raganuga Bhajan. Okay. But actually, today I have no time, you come after. After that, Gorkhisadas Babaji Maharaj cheating him. Then ultimately he became beggary again. Every day I am coming, you see, it comes tomorrow, tomorrow. Gorkhisadas Babaji Maharaj пришел какой-то человек, который хотел узнать что-то. Нобody there. He's speaking himself. Махарадж сказал, что приходите завтра, потом он завтра пришел. Он сказал, опять завтра приходите. Without any property, without any attachment, they cannot live in this material world. They are coming to me to learn Рагануга Бхаджан. Потом на третий день этот человек разгневался, что they cannot miss. They cannот. They cannot. Там три дня приходит, а Махарадж ему ничего не рассказывает. There is slightest interest gone. Гурки Шандас, Бабаджи Махарадж, он начал смеяться, что они приходят ко мне, чтобы изучить Рагануга Бхаджан, но не могут даже оставить какие-то мельчайшие интересы, мельчайшие материальные интересы. So first of all, Guru Vaishnav like to know, всего, Guru Vaishnav, you are in line or not. Хотят знать, вы feel. Находитесь в этой преемственности или нет. They are not going to give you anything. То есть, если вы не находитесь в этой наставнической преемственности, то вы ничего actually, не получите. What Chaitanya Mahaprabhu doing, то, что совершает Чайтанья Махапрабху, speaking, то, что говорит Чайтанья Махапрабху, что Махапрабху чувствует, это все имеет So what Chaitanya Mahaprabhu doing?
говорит о том, что делает Махапрабху, мы должны следовать ему, но мы не можем следовать непосредственно через Шрилу Прабхупаду, через Шрилу Бхактивинода Тхакура. Они собрали все сливки для нас, они выразили суть, эссенцию, поскольку Писания, они бесконечны. Анантапарам кила сабда сахстрам. If you want to study and know everything, there is infinity. There is ocean of scripture. So you have no capacity. У нас нет способности это все изучить, переварить. Саддхарма санстапаку локанам хитакаринути бхуване манньо сараньякару. Why? Why it is spoken? Сказано. Just we like to keep this, stota, in book, or we can open and see what is the meaning. Nana sastra vichara значение этой шлоки. Значение о том, что госвами, те госвами, они изучили весь этот океан писания. And get cream for us. You need not take trouble. Life is very short. И извлекли суть подобно сливкам. We are going to die. Жизнь очень кратка, мы скоро умрем, мы физически не не хватит времени изучить эти писания, так это кали-юга, так много препятствий, проблем, и поэтому вы должны изучать суть, которую дал нам Шрила Бхактивинода Тхакура, наша Госвами. Шрила Бхактивинода Тхакура выжал всю суть из этих писаний, почему вы не возьмете это, как Шрила Шридхара Госвами, хорошо, он дает нам суть. Всех писаний. Нужно просто принять это. Вот. Если вы будете изучать писание, это займет бесконечное количество времени. Но мы надеемся, у нас есть великая надежда о том, что Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, они... So, Bhaktivinoda Thakur, выжили всю суть из этих писаний. As per scriptural analysis, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур, согласно вот этим писаниям, он говорит нам, дает нам сараграхи, он дает нам такую идею. Кришна Бхакти раса бхавитамати криятам джадио куто пилабхьяте. Same thing Bhaktivinoda Thakur speaking. If you find this kind of если вы найдете такого саду, не оставляйте его, пытайтесь купить его навсегда. У вас должно быть сильное желание в вашем сердце получить то чувство, то великое чувство, то бхакти, которое находится только во Вриндаване. То есть это бхакти, которое есть только во Вриндаване, нигде иначе. Ананта Брахманди, Infinity Брахманди, you can search по всем вселенным, но там нету этого. Only inside Vrindavan. Внутри Вриндавана. Те враджаваси, у них есть их любовь к Кришне, она естественна. И в Чайтанья-чаритамрите Кришна сказал, что с вами говорит, что у враджаваси есть естественное естественное чувство Кришна. И у Кришны, соответственно, тоже такое естественное чувство Кришны. Вы должны изучать бенгали. Мой Гурма говорит всем иностранцам, говорит, Шридхара Махарадж говорит, что вы должны изучать Вриндаван, изучать бенгали, поскольку если вы знаете бенгали, вы не можете получить вкус к писаниям. Can you explain много всяких the слов, of которые... One mother kissing a child, can you explain? Многие слова невозможно перевести. It is just a contraction of some Вот, например, слово «поцелуй», так если мать целует ребенка, то если какой-то физиологист будет объяснять это... What is the feeling of mother when she is kissing a child? So this way, you cannot explain. То есть объяснить чувство матери к ребенку, как она целует его, это невозможно просто взять и объяснить словами, как делают это, ну, какие-то
ученые, вот, то есть их объяснение очень далеко от реальности. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда вы встретите такого саду, вы должны купить его, вы должны... Только тогда вы можете прогрессировать в Рупануга Бхаджане, никак иначе. Это очень редкое. Как же получить это искренне, без... С полной искренностью вы должны подойти, приблизиться к этому саду, как, например, вот пример я приведу. Бхакти Пратип Тиртха Госвами Махарадж. Он пришел к Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджу, но Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджу никогда не хотел. Ну, не встречаться ни с кем, с посторонним, но когда он пришел, он пригласил его, и он сказал, на самом деле, Шрила Бхактивинода Тхакур отправил меня к вам, и я пришел с переехал в Сантар-Дипа, вот Бимала Прасад Сарасвати. Ты можешь ли киртан спеть? Хорошо, я спою. Ну, вот начал он петь. И спросил, а кто твой Гурудев? Хотя Гуру Кешавадас Бабаджи знает все, но он спросил, кто твой Гурудев. И вот он говорит, ну и посвящение еще не получил. Я хочу получить посвящение. Как ты можешь так говорить, что ты не получил посвящение? Я думаю, ты уже получил посвящение, поскольку ты пришел с Антардвипа. Антардвип – это место, где вы должны предложить свое сердце лотосным стопам Гуру Падпадмы. Думаю, что дикшу ты уже получил. И ты сейчас можешь отправиться назад и получить дикшу. И вот это Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, который ни с кем не говорил обычно, ничего не принимал ни от кого. И вот это. Вот ему принесли арбуз, он принес ему арбуз, он принял его, хотя до этого ничто не принимал ни от кого. Согласно этому случаю, можете понять, что сердце Гуру Вайшнавов, оно их сердце, оно подобно зеркалу. Если вы подходите с каким-то чувством, они видят его. Если вы не искренне, то они видят вашу искренность. So first of all, I like to speak this point. I'm giving so much examples so that you can understand this clearly. Я привожу много примеров, чтобы ясно поняли. You see, Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, when Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, going to Kulia to meet his Gurudev. В Кулию, чтобы встретиться с своим Гурудевом, с Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж. Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж не хотел ни с кем встречаться. He liked to avoid disturbance. Какие-то материальные люди приходят, so he entered into Latin беспокоит его, он взял, зашел, поселился в туалете, и там повторил Харинам, и вот все приходят, смотрят, Махараджа нету, и уходят, и вот Бимала Прасад Сарасвати пошел встретить, ну, Гурудева, Гурудева, разбавился Махараджа, и вот говорят, что он в туалете сидит. Давно. И вот он пришел и говорит, о, Бабаджи Махарадж, я ваш слуга, пришел, можете ли вы явиться на даршан, о, Бабаджи Махарадж, Бимала Прасад Сарасвати, я пришел, чтобы встретиться с вами. И вот он услышал, открыл дверь и вышел к нему. И вот смотрите, он был очень счастлив, и они говорили, и тогда Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, он... Can you speak one shlok of Bhagavatam, which you now произнес какую-то шлоку из Бхагаватам, и вот Бабаджи Махарадж произнес. Can you explain this shloka? Эту шлоку попросил его объяснить эту шлоку, чтобы я что-то понял из нее. Then Bimala Basa Saraswati Bhat, explaining this shloka very nicely. Он начал объяснять эту шлоку. Janmadasa shlok, this explanation. If you are really interested, if you go through the explanation commentary given by Prabhupada, then you can go mad. After Vishnu Chakravarti Pad, and again Prabhupada explained some point. Nobody can even think, how is that possible? Даже подумать, как это возможно. This Janmadasa Rog actually, Vimala Basa Saraswati, was writing so nicely.
big commentary. Написал большой комментарий на эту шлоку. He was writing this shloka in one place in Nadia. Он написал эту шлоку в Надии, в Хаскали. There also one mart. When British empire they when gone, they leave this place for Gaudiamath. И вот когда было британское правительство, они оттуда уехали, вместо Гаудиамат. Still today you can Haskali. В Хаскали. Because nobody can come and disturb Haskali. It's almost forest. Ну, это лес. Everywhere snake and одни змеи. И лисы водятся. Going there, writing. Не беспокойте. One Gaur Vigra is there, and only Paramananda Prabhu. Nobody else. И Парамананда Прабху. И Шрила Прабхупада там писал. So nice writing. Вот, написал такое, ну, хорошее объяснение. И Шрила Прабхупада думал, что по милости Гуранги Махапрабху. Так или иначе, я объяснил эту шлоку. И вот он положил это. И вот с утра. All writings. Пришел и смотрит, а то, что он писал, это два месяца, куда-то эта бумага пропала. Шрила Прабхупад начал плакать, о Кришна, о Чайтанья Махапрабху, куда пропала. То есть много, то, что он писал, два месяца, куда-то делось. Шрила Прабхупад не нашел. Then after that, и вот после этого Шрила Прабхупад подумал, что я опять должен это написать. Никого не было, никто не приходил, и вот он опять начал писать. After some day, he discovered the writing taken by one, and I mean rat, big rat. Take the writing and go into some place. Увидел, что крыса взяла, схватила его, то, что он писал, и унесла. Что-то там успел схватить у крысы, но часть она уже уничтожила. Но так или иначе. This way, compadre. Now point is there. Actually, Bhaktivinoda Thakur speaking. If you can meet this kind of sadhu, you will have to buy. You will have to buy. Такого саду вы должны купить его. Этого сада. So, if there is strong love, и вот если у вас есть сильная любовь внутри вашего сердца, если вы хотите, вы не имеете права обмануть вайшнава. You can readily understand. Вайшнав сразу поймет, что к чему. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, таким образом вы можете подойти к чувству, приблизиться к чистым вайшнавам, пытаться служить ему, и он станет доволен вами и благословит вас, подобно тому, как Мадхаванда Пурипат, он благословил Ишвар Пурипат. Вот Мадхаванда Пурипат, он благословил Ишвар Пурипат, и он получил все сокровище, которое было в сердце Гурудева. There is no such secrecy which one Sadguru cannot speak in front of a Sadshishya. Cannot conceal anything. Он не может ничего скрыть от него. About Prabhupada. И вот. I am speaking just. Шрила Прабхупад. Then Prabhupada explaining this shloka in front of Gopisabha. Объяснял эту шлоку Гуркишодас Бабаджи Махараджи. Гуркишодас Бабаджи после того, как он слышал. Объяснение это прекрасно. Объяснение и сказал, о мой Прабху, настолько прекрасно. Но если я объясню, что ты думаешь, и Гурги Шрилас Бабаджи Махарадж начал объяснять эту шлоку. Then Prabhupada gone back. Oh my God! Everybody is speaking. Gurga Samaj is not. No education is there. Ну, подумал, что еще Гурки Шрилас Бабаджи Махарадж, у него внешне нет никакого образования, но настолько прекрасно он объясняет эту шлоку, что, несомненно, Кришна присутствует в его сердце, и он дал ему такую возможность. Ничего невозможно. И вот Гурки Шрилас Бабаджи Махарадж объясняет эту шлоку. И вот Гурки Шрилас Бабаджи Махарадж очень доволен и сказал, иди сюда. И взял пыль своего лотосных стоп и благословил его. Oh my God,
How possible? О, как это возможно? Somebody someday to и some вот dust particle кто-то взял пылесос из Бабаджи Махараджа. Он был очень разгневан. Почему? You can meet with danger. Вы встретите. Все плохо у вас будет. He is coming and giving a complaint with Prabhupada. И вот люди приходят, жалуются Шриле Прабхупаде, что мы пошли в Горки Шридас Бабаджи Махараджу, прикоснулись к его стопам, он проклял нас, что все у нас плохо будет. Why you go to touch the lotus feet of Babaji Maharaj's body? Прабхупад говорит, зачем вообще к нему ходили, у нас нет права прикасаться к стопам, они настолько возвышены, они находятся в таком превосходном, высочайшем состоянии, у нас нет права прикасаться к их лотосным стопам. У вас так много желаний в вашем сердце, и поэтому Бабаджи Махарадж, он проклял вас, но не... Because Бабаджи Махарадж speaking very heavily, no, it is good for you. Хотя Бабаджи Махарадж он очень. Don't think it otherwise. Ну, жестко говорит это. Томас Сарбунас обе. Сарбунас не бенгали. Like Chaitanya Mahaprabhu, поэтому, when taking bath in Ganga, then some Brahmin became very angry. Yesterday I went to Siva Sangam. I couldn't take darshan of Nitya. I mean dancing and kirtan. I can curse you. I can curse you. There is no family life in you. You cannot feel, enjoy family life. You cannot enjoy your family life. I curse you. Chaitanya Mahaprabhu loving. Okay, very nice. Вот, один Браман проклял Махапрабху, что он не сможет наслаждаться семейной жизнью, то Махапрабху обрадовался, что очень хорошее проклятие получил. То есть я не могу наслаждаться этой жизнью. So Бабаджи Махарадж when speaking something very heavily, it is also good. Также, когда Бабаджи Махарадж как-то проклинает кого-то, то есть это человек благо получает от этого. So Горкишна Бабаджи Махарадж ready to give. Горкишна Бабаджи Махарадж, он сам взял и дал свою пыль со своих лотосных стоп на его голову Шриле Прабхупаде. Почему? Поскольку у него было many people, чистое желание служить Гуру Вишнаву. Вот, в то же самое время есть много невежественных людей, bhajan, которые... My Gurudev is Parampajvas, Bhakti Vita Madhav Goswami. Ну, my Gurudev is Bhakti Pramod. Говорят о том, что они ученики каких-то великих гуру. Ну, знаете, где там ученик там Мадхава Гасай Махараджа или Пури Гасай Махараджа или еще чей-то что-то. He likes to identify himself with respect to his Gurudev so that he can get more and more honor. But disciple is, you can point out, he is a disciple. Разница в чем? He is the disciple. When настоящий ученик или нет. То есть, what is his identity? То есть, если вы восхищены like кем-то, спрашивайте, so откуда ваша сила, откуда ваше могущество, кто же ваш гуру, откуда вы получили эту силу. Like подобно тому, как Рупа и Санат, нигде не кричат на каждом углу, что мы там ученики там, самого там Махапрабху. То есть, они своим поведением, своей жизнью, они являют эту Тринадапи. То есть, они we can speak this way. Своей жизнью являют славу Гурудева. We can speak this way. Explain. So nice philosophy. But who care man to hear your philosophy? То есть много людей могут объяснить значение вот шлоки Тринадапи, но своей жизнью показать. We know to know your heart. What is there inside your heart? Это невозможно. Не каждый может. So this way you see, Тринадапи we can вот, так или иначе, Тринадапи мы можем попытаться объяснить, но своим собственным примером на своей жизни далеко не каждый we может become. Это явить. Baba speaking, и вот Шрила Прабхупада говорит, grass, когда мы grass, наступаем being, на траву, трава, как бы смиряется с этим, она grass, подминается, но если... Your, ногу потом убрать с травы, то трава опять встает. И вот таким образом Шрила Прабхупада говорит, что мы должны быть более смиренны, чем травинкой. То есть более терпеливы, чем дерево.
Shriza, Bikhojana Katilokinna Bhava, because this the these those are the vital points before entering into Rupananga Bhajan. I'm making I'm clearing the field. Основные, ну, you must be more forbearing than a tree. Bikhojana Katilokishna Voloy, Sukhaya Mahila Kare Panina Mangai. Jaija Mangayatare Daya Pajan Karma Vishwahyan Kare Raksham. You can cut the tree. То есть мы должны быть более терпеливы, чем дерево, как дерево, но если кто-то ломает ветки, рубит его, дерево молчит. И потом тот же человек, который рубил ему ветки или причинил какой-то вред, приходит отдохнуть под тенью дерева или сорвать фруктов, плодов с этого дерева, то дерево, оно... But still, сопротивляется и не возмущается, но так или иначе, почему в Гауде Вайшнавизме мы находим, что мы должны быть более терпеливы, чем дерево. Почему? Харидас Тхакур, Харидас Тхакур, когда мусульмане, beat Haridas up to death. Когда они хотели побить Харидаса до смерти. But still, when they are not successful, they are crying because you are still, we are beating you so heavily, but still you are not dying. So we have to pay for that. Не умирал. И вот ты сказал, что смотри, если ты не умрешь, нас then накажет. Look, I am dying. Вот смотри, хорошо, умираю. For me, you are going to get trouble. Let me die. Then Haridas die. And not only that, Haridas praying to Krishna. И вот Харидас начал молиться Кришне, о Прабху. They are doing a heavy apparat. Они совершают оскорбление, но ты должен спасти их. You should bestow mercy on them more and more because they are fallen. They don't understand what they are doing. They are beating me, beating me, beating me. То есть они не понимают. They like to beat нас, me up to death. Хотят. But still, Prabhu, it is my request to you. Убить меня, но Прабху. Ты спаси их, пожалуйста. Они не знают, что творят, поскольку без твоей милости нет никакой надежды для них. Прайна дева мунайо саби мухти кама Моунам чаранти бижанина прата ниста Найдали вихайо кипанана бима мукша еко Нян-нян. This way. Прайно дева мунайо сабимухти кама маунам чаранти бижанена парартханишта. Those who are big sadhu, they are going to forest to avoid problem, complications. Они уходят в лес, чтобы избавиться от каких-то проблем. Прайно дева мунайо сабимухти кама маунам чаранти бижанена парартханишта. Найдад бихайо кипанана бимукша еко нянням дадасса саранам бхаматану пасши. They are и вот они moving up and down, cyclic order. 14 bhuvan, 14 world. 14 мирам они перемещаются во всех 14 мирах. Они final solution не могут найти никакое решение до тех пор, пока они не получат милость от тебя. И вот они dying and taking birth, рождаются, умирают, рождаются, умирают, снова и снова. И вот Шанкарачарья говорит. And those who are popped up, а те, кто for them Шанкарачарья speaking. What speaking? Очень горды Шанкарачарья. I have big education. I have money, big money, amount of money, affluences. I am from a big family, you know? Некоторые люди не гордятся чем-то. I am from big caste, Brahmin, actually. For them, Shankaracharya just speaking. И вот Шанкарачарья говорит. Why you are expressing this kind of mood? Почему вы, ну, так горды? Ma kuru dhano jano jovana karvam harati nimeshad kalo svarvam maya mayamidam akhilam hitva Brahma padam pravishva viditva. Very shortly we'll have to leave this body. Why are you expressing? Очень скоро будете вынуждены оставить это тело. You are so beautiful, so expressing some vanity. Don't do like that.
Makuru Dhanajana Jovanagarvam. Harati Nimeshad Kalu Sarvam. Very shortly, Kal, Mahakal going to take everything from you, snatch everything from you. Она all скоро life, заберет всю вашу жизнь, money, все ваши деньги, все ваше положение, все, что у вас есть. Mahakal. Mahakal оно все уйдет в Махакал. Махакал значит nice. Это вечность. So, don't try to express any event. So, we must поэтому be не пытайтесь выражать какое-то... Ну, this is the first condition. Значение в этом мире. Before you speak any harikata, before you speak, before you sing any kirtan, that is the first condition. First condition, Chaitanya Mahaprabhu give this demarcation. I mean, one unique. Терпеливый, чем дерево, и более смиренно, чем травинка. И это первое, so you must attend this target fast. Это первое, что мы должны достичь. Trees, well, trees. То they есть are, they деревья, они go against you. Не могут okay, it's ну, right. против but вас trees что-то cannot, делать. They cannot pray to Krishna for me. Но Кришна, what? Но just деревья, они, ну как бы... Trees okay. Well, I'm cutting, I'm taking fruits, они I'm не протестуют, doing, но они за нас any kind молиться, of, молиться не будут. You know, operation, they can bear. Okay. But still they cannot pray for us to Krishna. Но они не могут молиться Кришне за нас. No other way, no alternative. No alternative, no alternative there. Only one pure Vishnu become very happy with you. He can best to keep a ja, you can get everything. Then and then you can get. Not that you can memorize Ujjal Nilmani, you can memorize. Как можно получить you can get nothing. Милость green Vaishnava, manana can be served to you. По его милости green можно manana. Продвигаться в баджане, если то есть, нашими усилиями Puri, по-настоящему продвигаться в баджане мы не можем Puri, только Hinda, по милости. They occupy this place. Popada's birthplace. И вот однажды в Пури разбойники, они заняли место и вели Шрилы Прабхупады. И вот Мадхава Госвами Махарадж приходит и говорит, я даю вам возможность, я хочу, могу дать вам денег достаточно, и давайте сваливайте отсюда, поскольку это место явления моего Гурудева, я хочу поставить ему храм и построить. Who is going to drive us? We can kill you. И вот эти разбойники сказали, нет, мы тебя убьем, но здесь останемся. Так что давай сам проваливай. И вот, obey? В общем, не согласились, но они такие были местные арийские разбойники. Threatening, и вот поэтому Мадхава Госвами Махарадж ничего не сказал, пошел, ну, пошел в суд судиться, и так или иначе Мадхава Махарадж выиграл дело, это дело в суде, пришла полиция, they are putting danda on them. Go. Ну и выгнали. They are throwing all luggage outside. Go. В общем, всех этих разбойников с места веления Шрилы Прабхупады они их выгнали. Но потом пошли к Мадхе Госвами Махараджу на поклон и сказали, о, Мадхе Махарадж, вы помните там, нам денег обещали, ну мы согласны, давайте денег. Нас уже как бы выгнали, терять нам нечего. Давайте денег, и мы пойдем. You go да. to kitchen, I mean the storeroom, но then you get some green man, green man. Иди на кухню, принеси там зеленых бананов and one by one is giving, green man. Раздаем. They are crying. И вот эти that very thing I told нет, you before. Начали, I wanted to give you something. Now you fight with me, вспоминаю, now you want to get some мы... payment. This is your payment. You get деньги green man. Забрали, пока предлагали нам сейчас. So this green man, no? Guru Vaishnava вот, can give us. Ну, в этой бенгальской традиции зеленый банан, значит, вы ничего see, не получите. No other way. Банан, only one way. If you find one pure Vaishnava, есть единственный путь, то есть вы... Serve me, not to give some fruits and to come me. Служить чистому Вайшнаву. What seva Prabhupada have done for Gurudev Vaishnava? С помощью служения чистому Вайшнаву можно продвигаться в Бхатине. Not making any prasadam by him, not washing his clothes. Задетский вопрос, как Шрила Прабхупад служил Горки Шода с Бабаджи Махараджу, он не готовил для него, не стирал, не убирал, ничего не делал, но
Шрила Прабхупаде, он исполнил желание сердца Рупы и Рагунатхи. И это есть настоящее служение Гурудеву, что имеется в виду под служением Гурудеву. И такие материалисты, они спорят, если я совершаю служение Бхакти Прамода Пури Госвамихараджу, он будет очень доволен. In front of public Maharaj, what doing? And when public is not there, what Maharaj doing? So it don't. There is chain in my hand. You see, all is danda Guru Maharaj giving. You cannot see anybody. But I think all Guru Vargas are there. Guru Vargas, Guru Vargas. But I see everybody there. My Gurudev giving danda always every time. Всегда мне направляет, дает наставление, если я делаю что-то не так, и какое служение можем делать Гуру Вайшнава. Это зависит от того, на каком уровне вы находитесь, что можете делать. И когда вы достигнете этого уровня, будет у вас связь с Гурудевом, Гурудев будет вдохновлять вас на какие-то дела. And you are enjoying full kippa. That Vaishnava is having Raganuga. Получите милость от того Вайшнава, у которого уже есть Рагануга Бхакти, вы автоматически получите Рагануга Бхакти от него. Нет другого пути. Вы не можете купить Рагануга Бхакти. Но так или иначе, как это возможно? Бхактина Такура дает пример. Rainy season, dense cloud, two cloud coming. Approaching, after that you find there is collision. Boom! One sound you hear. How is that possible? Scientists are explaining. There is potential different of charge. There is some charge, free charge is there. There is free charge, negative charge, positive charge. And there is potential difference. When cloud coming, approaching, then that potential difference become they like to get balance readily. Then one kind of sound lightning. One lightning. Goom. You want to go. So Bhaktivinoda was speaking this way. Облака, они сталкиваются, одно положительное заряжено, другое отрицательное. Происходит обмен ионами. Cation, as per chemistry. So this kind of exchange is possible. Automatically, love, Raganuga Bhakti can be transferred easily inside. It's an automatic factor. Явиться в вашем сердце только тогда, когда вы соприкоснетесь с тем, у кого есть это чувство любви. И вот Джава Дхарме, Бхактина Такура, он говорит, что это происходит автоматическим образом, когда вы встречаетесь с саду, у которого уже есть это so at present we are always crying where to get that kind of all Guru Varga almost gone. И вот все Guru Varga, она ушла практически вся, и мы думаем, как жить дальше, как понять наше положение. И вот смотрите, Шрила Прахлад Махарадж говорит: о Господь, all those big Vaishnavas, they are going inside forest, they are entering forest to avoid some complicacy and fighting everything. They like to do solitary life. Ну, чтобы избавиться от каких-то проблем, но о Господь, I am not so selfish. If you want to do, if you want to give kippa to me, you have to give kippa to those asura boys. Asur balaka. Those asur boys, they are helpless. You will have to give kippa. Then I can understand you are merciful. Благословить их, и тогда я пойму, что ты милостив ко мне. So you have to give kippa. No other way. Нет, другого пути, ты должен благословить их всех. И вот таким образом Прахлад Махарадж просит. And Prabhupada speaking this way, Bhaktivinoda Thakur also говорит. So automatically you can get, автоматически вы получить эту милость, что вы должны быть в этой наставнической преемственности. Вы должны находиться в... Bhaktivinoda Thakur and Bhajendra also everywhere speaking this way. Следуйте определенной процедуре. Some extraordinary
То есть, если вы хотите подняться на 10 этаж, нужно пойти на первый, на второй, на третий и сразу на 10 не прыгнуть. И таким образом Шрила Бхактивинода Прабхупад говорит то, что описывается в Бхаджанахасе и в прочих писаниях, мы должны все это постепенно исследовать. И вот возвращаемся к Варанаси, когда тот саньяси получил даршан этого Бабаджи Махараджа. В дальнейшем описывает Майавади саньяси, он отправился в Навадвип, и вот он так или иначе, он дошел до Мадхавилата Кунджи, получил даршан Прамахамса Бабаджи Махараджа, упал к его лотосным стопам, Бабаджи Махараджа благословил его, и после этого он получил Харинам Махамантру, получил даршан Нрисимхананды Брамачари, он был гуру этого Бабаджи Махараджа, Нрисимхананда Брамачари, он спутник Махапрабху, он до сих пор находится там. He was the Gurudev of Paramahamsa Babaji Maharaj. This Mayavadi meeting Maharaj. Now. Babaji Maharaj taking him to Nrisimhapalli. Вот, Babaji Maharaj отправился в Нрисимхапали, чтобы получить даршан Нрисимхананды. This way we find he became a big Vaishnava. И вот таким образом он стал великим Вайшнавом. He became a big Vaishnava, so big Vaishnava. You cannot realize. Even Babaji Maharaj one day morning time, Nishantalila. Когда было morning time when the sun going to rise. That's a secret lila. Babaji Maharaj doing bhajan. Вот Babaji Maharaj совершал bhajan. And automatically he is speaking the Nitya Siddha name of that disciple. He's calling him. Hey! Позвал этого своего ученика. There should not be disturbance. Смотри, не должно быть никаких беспокойств. Радха Говинда, смотри, они наслаждаются своей лилой. You can stand. И вот that Mayavadi he is doing. Mayavadi is doing always apparat. Mayavadi всегда совершает оскорбление Кришне. Как это возможно? Mayavadi он через достаточно короткое время получил безумную любовь к Кришне. Почему? Поскольку это Бабаджи Махарадж, у него уже была эта према в его сердце. И, будучи с ним, он обрел его, эту прему от него. И вот Парамахамса Бабаджи Махарадж, он совершал баджан. Он отправился во Вриндаван. Он уже был во Вриндаване в своем баджане и позвал своего ученика, сказал, что не должно быть никаких беспокойств для Радха Говинды. Он услышал свое имя, услышал свое служение в том трансцендентном мире. И таким образом Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, он снова и снова говорит нам, что если вы примете прибежище у Харинама, если вы примете прибежище у Харинама, сегодня или завтра Харинам явит вам все. Все вы получите через Харинам. Но условие таково, что не должно быть никаких оскорблений в вашем сердце. Вы можете получить Харинам. Намасрой. И Шрила Бхактивинода Тхакур. Намасрой, жатоне туми, такухо апоно кажи. Бхактивинода Тхакур. You must take Сандра Варинам. Well, Maharaj, I took Sandra Varinam. You are a liar. You are not taking Sandra Varinam. No. Bhaktivinoda is speaking. Bhaktivinoda говорит. Namastraya kari jatane tumi thako ho apono kaji. Speaking? Bhaktivinoda is speaking. Bhaktivinoda говорит. But we cannot understand this part. Bhaktivinoda repeatedly speaking. You take Sandra Varinam first. И Бхактивинода Тхакур говорит, примите прибежище у Харинама сначала. You can do bhajan. Serving, washing utensil, doing cooking, everything you do. But you should take Sandra Varinam. Вы можете делать все, но должны. 64 folds of devotion can be completely done by Harinam. But yet, still, if you are doing some seva, but you must chant Harinam. Если вы совершаете какое-то служение, вы должны в уме повторять Харинам всегда, никогда не останавливайтесь. Когда вы готовите, стираете или не важно, что вы делаете, любое служение должно совершаться, приняв прибежище у Харинама. И вот вопрос в том, нужно прояснить. Проснить
Really so? Or you are joking? I think you are joking. О том, что приняли ли мы прибежище у Гурудева или нет. Если приняли прибежище лотос на стоп Гурупад Падмы, то Гурупад Падма, он осознает, что вы по-настоящему приняли прибежище. Я приведу пример. Где споры идут в том, вот между Восточным и Западным Пакистаном. Это война, точно даже в 72-м году. Big fighting going on. They are killing all. В общем, была там война. They are shoot at sight. Вот ходили там, люди расстреливали, кто там не в положенном месте там был. И вот так или иначе, те, кто были в Бангладеше, в Пакистане, они переехали в Индию, приняли прибежище в Индии. По Бенгале это Шаранартхи называется, но эти беженцы, и когда как бы кончилось, они назад вернулись. И вот такое прибежище не значит такая преданность Гурудеву. За какое-то время наши проблемы кончились, и мы как все, Гурудев не нужен, мы там возвращаемся назад. Нет, это не то прибежище. И вот... И вот то, what kind of shelter I mean? Это не то прибежище. I can give что значит example. Настоящее прибежище, настоящее Гурупадашрава? Вот примеры прибежища. Вот, например, наводнение в 2000 году big было. Flood. Очень большое наводнение. Every inundated, every hall, везде, down все, high place all gone. В общем, везде все там возвышенные низины, все затоплены. Big current, I mean, flow of water. И вот поток, ну, поток воды. И вот, catching his child. И вот мать схватила своего ребенка. From his left, from her left, child gone. No. How you can control она herself? Не смогла его удержать по потокам воды. Унесло ребенка от матери. Husband gone, everybody gone. Мужа тоже потоком воды унесло. They are sleeping. Они спали. In the meantime, water coming вот, and тут наводнение случилось, и что им делать? How they can save themselves? Ну и как они могут спасти себя вдруг внезапно? Это мать проплывая мимо баньянного дерева, она схватила за эту ветку баньянного дерева. И вот она схватила за эту ветку баньянного дерева и... И вот она так схватила эту ветку баньянного дерева и забралась на это дерево. Вот все, спасена. И вот смотрите разницу. Almost you are dying. То есть она практически умирала. 99% была обречена смерть, даже на 100%. Или согласно математической вероятности у вас есть какая-то там сотая доля процента того, что Кришна вас спасет. И вот в таком положении, у нас есть возможность схватиться за это дерево. И что вы будете чувствовать внутри вашего сердца? Тут должно быть такое чувство. Это чувство прибежища такое должно быть, по крайней мере. I mean explanation. То есть это не полное объяснение, но настоящего Гурупада Шрава. I'm watching Krishna Lila in TV. Кто-то говорит, я вот Кришна Лила по телевизору смотрю. Я говорю, вы идиот. I'm watching Krishna Lila in TV. Very nice. I like it. Красиво. Кришна Лила по телевизору, вы там просто идиот. Why? Почему? Suppose, например, Kalyana, you see? Krishna dancing on Kalyana. Krishna танцует на Кальянаге. You are taking tea and you are taking tea. Сидим, пьем чай и смотрим там кино про Кришну. Why you Maharaj speak me idiot? А почему Махарадж меня идиот назвали? Неправильно. Why? Suppose you are in your drawing room. Suppose you find one black snake is there inside you. What you can do? Oh my God, snake is there. You can fly. Direct feeling. So now you are watching TV. You know, смотрите, если такой пример, happy. Если вы в своей там спальне найдете какую-то ядовитую змею, вы там see, просто свалите, убежите с этой oh спальни. My God, если вы там коленак величайший среди змей,
тут спокойно смотрит на телевизор без какого-то чувства. А если спальня змея там даже не кусает вас, а просто там рядом находится, вы уже там испугались. Убежали. Также Гуру Вайшнава, когда они говорят о Кришна Лиле, они говорят с полным чувством, но не все способны принять это чувство, подобно тому, как магнит, он, по идее, должен притягивать железо, но железо ржавое бывает и не притягивается. That's why that iron piece is not attracted by that magnet. Это железо, оно не притягивается магнитом, но по идее должно притягиваться. Но поскольку ржавое не притягивается, и вот таким образом наша анартхия, не подобна ржавчине, они не позволяют соприкоснуться с сердцем, по-настоящему соприкоснуться нашим сердцем с чистыми преданными. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж, он давал такой пример. Шанта Госвами Махарадж говорил: о, мой сын, никто не может принять этот вкус нектара. When Rupa Siksha, when after giving Rupa Siksha, Chaitanya Mahaprabhu сказал: о, Рупа, I cannot give you anything about that Krishna Prema. Is the ocean, Krishna is the ocean of Krishna, это океан, Prema. Океан. I explained so much thing in front of you just to give you the taste. Объяснить все это, чтобы дать тебе. You open your mouth, I like to give the вкус, чтобы дать тебе мельчайшее, ну, некое представление о Кришна Лиле, о Кришна Преме. И Махапрабху говорит, что смотри, я так много говорю тебе, но я то же самое время думаю, что не могу ничего тебе, должен Бозу объяснить, я просто даю тебе некое представление о Кришна Преме, чтобы... Но я чувствую, что я не способен это все полностью описать. So, Gurubarga, и вот таким же образом Гурубарга хочет дать нам вкус к этой Кришна Преме, подобно тому, как про Санатана Госвами. So if you develop that kind of purity, yes, sir. Purity means sadhu sangha also all going to give you purity, okay. But preliminary, the first thing you need, that to be. You should be clear in heart. Вы должны, ваше сердце должно быть чисто. Антаре бахире самогавахар. Вы должны быть чисты и искренне в начале всего. Не должно быть никаких. Запутанности, никаких неуверенностей и прочего. Если у вас нет никаких достоинств, нет никаких качеств, этого достаточно. То есть вы должны быть искренни и просты. То есть Гурудев говорит, что не обязательно иметь какие-то качества. Гурудев может даровать нам все. То есть Гурудев может даровать нам все, но должно... Чтобы это получить, наше сердце должно быть чистым, простым. This must thing I want, expect from you. Can you show? Сможете ли вы это показать? That kind of simplicity? Эту искренность, эту простоту. Krishna bhakti, Krishna gun, sakali sanchari. All qualities of Krishna going to be translated into качество Кришны не явится в сердце того преданного, который по-настоящему совершает Кришна Баджа, но это не значит, что тот преданный будет Расалилу совершать. Это не так. То есть вы можете найти все качества Кришны в сердце преданного Кришна Бхакты. Но это не значит, что этот преданный будет совершать Расалилу, нет. Этот преданный не будет заниматься там сотворением мира и прочим. Или разрушением мира. Расалила. Или Расалилу совершать. Не будет, но кроме всех, но кроме этого, все остальные качества Кришны преданный должен иметь. То есть они явятся в процессе его баджана. То есть Кришна явит их в его сердце. So, Krishna bhakti, Krishna guna, sakali sanchari.
This is possible. Gurudev can give you all qualities. Gurudev может явить все качества. Tumara koruna, the causeless mercy, I'm depending. You must feel this point. Если Гурудев будет смотреть на достоинства, которые имеют люди, то ну, достойных по-настоящему, достойных людей очень мало, и поэтому практически никого не будет. И вот, Премам обхуданжати, садуканам премно падурбхаве бхавит крамаха. I can explain this point. But I promise you to explain this point that day, that what I wanted to explain? Annabhilasita sunyam gyanu karmadi anabritam anukullena krishnan suriranam bhakti uttama. Also, I am very eagerful to discuss all about the Sakya Parakya. Вот, I was discussing it. Обсудить его Сакья и Паракья. Because time is very limited. Ну, в тот раз я не смог. I времени should discuss мало this было. For a long time. Это долго время. Maybe different angles. So с разных сторон обсудить, чтобы все ваши сомнения. But time is very limited. I have so many развеять, но у меня много служения, вот сейчас в Калькутту мне надо уезжать, чтобы встретиться с кем-то. How to explain? What time как, now? Сколько? Ну, 9:45. So the today is actually вот, limited time, so I can explain this point. То есть, but basically, I can speak this point. Объясню, но в двух словах. Actually, now I have to run to Calcutta. So my seva there. So tomorrow I can come back. So I like to you need not give me any notice. I can remember inside my heart. Annavilasita sanyam gyanu karmadi anabritam anukullena krishnanu suryanam bhakti uttam. Preliminary I can explain today. Very, very, preliminary explanation. Annavilasita sunyam. First point, Annavilas is noun. Annavilas is noun. Annavilasita is adjective. Why Rupa Goswami is speaking this way? When my teacher speaking me, swimming is a good exercise. Then учитель говорит, me, что плавание это очень хорошая зарядка. Но can you detect what is you can detect verb. Verb, you know? Verb. Verb means Kriya, action. Да, то есть, где тут... Verb. Где тут это действие? My teacher asking me, now in this line, то, смотри, swimming is a good exercise, you point out предложение, что verb. Плавание – это хорошая зарядка. Active verb. Найди активное... Ну, это, как, I say, Maharaj, sir, глагол. Swimming is there. You are foolish. Если мы скажем, что плавание – это плавание это не глагол, это… Swimming is a good exercise. Swimming, this is noun. Is a good exercise. Good is an adjective. Here… К сожалению, в английском грамматике плохо, но в общем… You don't know English. My teacher speaking to you. Смысл, что такая сложная загадка. Swimming is a good exercise. Nice example. Now Rupa Goswami is making fool of me. Вот Рупа Гасан. Annavilasita sunyam. Why? Straightway you should speak. Annavilas sunyam. Why are you speaking this way? Then those who are giving commentary вот те, on this, Vishwanath комментирует. See, come on, Vishwanath, man. Some pure devotee, вот his heart is so pure, преданные, no говорит, problem у чистых преданных сердце, оно очень чисто. Stainless. Someday some problem came in such a situation. Then he suddenly, и вот, oh, Krishna save me, speaking. Vishwanath Jagadish speaking, oh, Krishna save me, it is not the heart of that devotee. He never want to ask anything. But somehow it's coming out. In such a situation he was put it into. Вот, so by chance he is slip of tongue. Oh, проблеме, и он it зовет is, Кришна, he is not Кришна, спаси меня. Put this kind of request in front то of Krishna. Он, ну, because that elevated soul never want to put Krishna into trouble. То есть этот преданный никогда не хочет
Even Gaudiya devotees, they never speak, "Oh Krishna, come and give me darshan." Never speak. Чтобы Кришна пришел и явил свой даршан ему. Try to fill my heart. Шрила Прабхупада говорит. A pure devotee never speak this way, "Oh Krishna, come and give darshan." О Кришна, явись ко мне, яви свой даршан. Аслишва мадартам пинастума мадарсанат мармахатам картува ясататам видхатурам падаматпанат хасу сайванам. If you are happy staying away from me, I am happy. Если ты счастлив, будучи далеко от меня, я тоже доволен этим. У меня нет желания насильно звать тебя ко мне. Если ты находишься в Садхаране, я более счастлив от этого. I cannot see when you are away from Radharani. Мне больно видеть тебя, когда ты не в Радхаране. Такие чувства в Чайтанье Махапрабху. Все есть в нем. И когда Кришна он один, он полный сам себе. А когда Радхарани вместе с ним, то он Мадана Махан. Иначе он не Мадана Махан. Я могу это более подробно дальше объяснить. Я вот хотел сказать много сокровенного по вашей милости, но времени мало. И вот если вы благословите меня, я по милости Гуру Варги буду говорить дальше, но сейчас времени мало и заканчиваю. Чайтанна чанда чарани курутану рагам ванча калпатурвасе ки басинда бевача патитанам павнам бхавишна бью наму. So you do kirtan, Mataji, you are free to do kirtan, you do kirtan, because today time is very limited. I will have to ram, otherwise they cannot reach. I will have to pay Pushpanjali to unto the lotus feet on Vaishnava. He is calling me repeatedly, but I cannot go. I say, I promise them, I can speak, after that I can go. Not before that. So, excuse me. So, I am going. Any question you have? Так, no? Если вопросы какие-то I think есть... there is no question, because I am putting question, I am solving. А, Матаджи? Yes, Шри Шикала спрашивает. Рама Риши is Кама Гаятри from earth. So, he must be also in a Гупи Бхава. Actually, in и вот на самом деле Шрила Прабхупад говорит, что те, кто придерживается Мадхава Сампрадая раньше, это мы находим в письме одного великого Вайшнава, я забыл имя, к сожалению, его. И вот Шрила Прабхупад, он переписывался с ним, и вот там это говорится. И в других местах тоже. И вот там некий Мадхусудан был, Мадхусудан Госвами. Шрила Прабхупад говорит, что он отправился туда и увидел, что они танцуют как гопи во время киртана. Но сейчас мы видим, что они отклонились от этого пути. Шрила Прабхупад приводит пример, что все, ну, многие говорят, что они из Гаудия Матха. Но нас, если изучить их жизнь более подробно, то заметим, что от Гаудия Матха там почти ничего нету. И даже сахаджини все утверждают, что они совершают баджану Сачитани Махапрабху. Но Шрила Прабхупад говорит, что они могут отождествлять себя с Мадхава Гауди Сампрадая, но они отклонились от этого пути. Если будем изучать Сиддханту Мадхвачарья предыдущую, то... Ну, что мы видели, что они... Перед, они танцевали как гопи раньше. И Шрила Прабхупад говорил... Впоследствии они отклонились, в общем. То есть, возможно, по... их Кришна допустил только до какого-то определенного уровня. И поэтому Мадхвачарья, Нимбакачарья, они все были допущены до какого-то определенного уровня. И как служение данное Кришне, оно ограничено. Мадхвачарья может до какого-то уровня подняться, Нимбарка тоже, а Шрила Прабхупад может идти вверх бесконечно. Шрила Прабхупад, он бесконечен.